В контексте всего сказано, могу сказать следующее, что мы сейчас активно работаем с двигателями 90 габарита, шестиполюсными, это 1000 оборотов. Сейчас подходят, поступили часть двигателей от других производителей, часть двигателей еще находится в пути, в том числе и зарубежного производства. Все они будут протестированы, проанализированы. Их параметры будут сняты, и после тщательной проверки будут выкладываться вам в общий доступ. Но остальное, что касается новостей стройки, да, идет серьезная работа по документации. Как всегда, сегодня был четверг, была планерка, работали со всеми подрядчиками. Было много согласований, решалось очень много текущих вопросов оперативных, требующих решения. Потому что есть богатый опыт проектировщиков создания производственных предприятий, а вот инженерных центров, увы, нет. Поэтому есть много вопросов, которые решаются впервые. И поэтому, чтобы найти правильное решение, нужно выслушать все мнения. И порой споры бывают очень такие вот накаленные, да, эмоциональные. Но всегда приходим к истине. Так что сегодня своим чередом пытаемся догнать график. Но пока существенного сокращения срока и потери этого времени не наблюдается. На этом этапе это тяжело сделать. Слишком много неоднозначно.